Да. На сегодняшний момент у вас произошло следующее. Ну, я вот плесень, честно говоря, я не вижу. Не плесень. Это не плесень. Видите, бетон совершенно. У меня есть два заключения. Подождите, вы заключение свое не делайте. Плесень есть. Только надо посмотреть специалисту. Вы что можете так и определить? У меня два экспертных заключения Роспотребнадзора есть. Я при них поднимал эту плесень, и они дали заключение. То есть плесень, говорю, плиту. Подайте, у меня есть два заключения. Вот, смотрите, тут дважды олифа прокрашена, дважды краска половая. Так вот, здесь, когда поднимали, тут плесень была сырая, мокрая, она и была мокрая. Видите, я сейчас не могу. Потому что сейчас канализацию ликвидировали, сырость не проникает, здесь нет влагоизоляции и теплоизоляции под цементной стяжкой. Тут насыпан мокрый шлак сразу. В доказательство этому я могу привести вот что. Я подняли плиту. Так, вон там где-то есть линейка. Подержите, я сейчас. Может быть, нет. Может нет, быть. Да. Вот когда в 5-6 года... Дайте, пожалуйста, материал ваш. Набухает. Сейчас, секундочку. Дайте, пожалуйста, такой вопрос. Подождите еще раз. А уровня нету?